Тут Бибов пишет, что не вылазит из какого-то нереально крутого военного симулятора. А если это реально такой зачетный симулятор, почему мы еще не в нем? Ребят, вам сюда нельзя, сюда вообще никому нельзя, меня турнуть могут. Давай, загружай нас, покажи, что за супер-VR ты для моей маман мутишь. Я не могу вас загрузить, здесь все сырое, толком еще никто не тестил. Вот мы и протестим. Погнали! Я не хочу здесь быть! Сейчас главное вытащить моего ребенка. Выйти из симулятора можно только достигнув точки выхода. Здесь все как в жизни. Убили, умер! Мы засекли на игровой карте с десяток новых игроков. Они загружены как карательный отряд СС. Мы что, не можем эти боты подключить одной кнопкой? Эти каратели вовсе не боты, это реальные игроки. Здесь хардкор по полной. Вопрос в том, случайно ли каратели нарвались на ребят, или они шли именно за ними. Теперь нам отсюда не выбраться. Будем прорываться. Ну что, как вам наш симулятор?